Это настоящее объедение, очень рекомендую. Изумительное блюдо из кабачков. Можно приготовить на ужин и даже на праздник. Очень вкусно! Привет, друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале «Вкусный рецепт». Сегодня будем готовить вкуснющее блюдо из кабачков. Уже скоро-скоро уже сезон кабачков. И я думаю, что многие из вас любят блюдо именно с кабачков. И я вам скажу, что сегодняшние рецепты просто находка для любой хозяйки, потому что они очень быстро готовятся, просто и легко. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны, и обязательно нажимайте на колокольчик. Будем готовить вместе! Берем два кабачка среднего размера. Их нужно помыть и нарезать на вот такие пластины, толщиной примерно 3-4 мм. Молоденькие кабачки можно не чистить. Перекладываем в отдельную миску, солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы они пустили сок. Куриное филе, примерно 300 грамм, нарезаем на вот такие полосочки. Добавляем специи, я добавляю немножко соли, смесь перцев по вкусу. Сюда же добавлю 2 зубчика чеснока, горчицу, 2 чайные ложки. Все хорошо перемешаем. Оставляем на 15-20 минут, пускай маринуется. На сковородку наливаем немножко растительного масла, пускай разгревается. А тем временем каждый кусочек обсушим бумажным полотенцем. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета. Сковородка должна быть хорошо нагретой. Огонь делаем больше среднего. Если хотите, накройте крышкой. Готовые кабачки выкладываем на бумажное полотенце и даем остыть. На остывшие кабачки выкладываем 3-4 полосочки мяса. Аккуратно заворачиваем в рулет и выкладываем в форму. Я очень люблю кабачки и часто готовлю всевозможные вкусности. Но это блюдо очень полюбилось моей семье. Теперь берем 100 грамм сыра, натираем его на терке. Добавляем сюда сметану, 2-3 столовые ложки. Соль, 1 чайную ложку. Итальянские травы. И хорошо перемешиваем. Если необходимо, то добавьте еще немножко сметаны. Выкладываем сырную смесь на каждый рулетик и аккуратно разровняем. Отправляем в заранее разогретую духовку 180 градусов. Запекаем примерно 30-35 минут. А пока вкусняшка в духовке, мы приготовим еще и вкусную, простую в приготовлении холодную закуску. Нам понадобится один кабачок среднего размера. Солим. Хорошо перемешиваем, оставляем на 5 минут, чтобы они пустили сок. На горячую сковородку наливаем растительное масло, жарим кабачки с обеих сторон до золотистого цвета. По желанию, можете кабачки приготовить в духовке. Выкладываем на бумажное полотенце и даем остыть. Для начинки рубим мелко петрушку, я взяла небольшой пучок. Нарезаем помидоры. Если помидоры большие у вас, то возьмите одну штучку. У меня маленькие, я взяла 2 штучки. Отправляем в миску. 5-6 штучек чернослива нарезаем на тонкие кусочки. И также отправляем в миску. Добавляем еще и 1-2 зубчика чеснока. 100 грамм твердого сыра натрем на терке. Добавляем майонез и все хорошо перемешаем. Можно еще добавить смесь перцев и по вкусу посолить. Сверху на каждое колечко выкладываем начинку и подаем на стол. Вкусно, быстро, а главное, друзья, легко. Это настоящее объедение, не может не понравиться. Можно готовить и на ужин, и даже на праздник.
Все очень вкусно, не сомневайтесь. Все получилось просто великолепно, вкусно, быстро, как я люблю и как вы любите, друзья, я уверена. Готовьте, наслаждайтесь этой вкуснятиной, радуйте своих родных, близких этими вкусными блюдами. Желаю вам приятного аппетита, как всегда, хорошего настроения. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.